Доброе утро, страна. Ой, что мы обрезаем морковку? Да, такое посортировать. Что баранам это пойдет хозяйство. А что себе, да? Да, что себе в подвал и все. Это вся морковка, да? Да. Давай тогда я тоже буду. Зая, садись, садись. Ну, в смысле, сильно мелкую сюда, да? Да, это баранчики. Зачем им она? Угу. Все равно будут ковыряться. Да. Болят. У дедушки? Поношу. Да, вот морковка, конечно, занята, знаешь. Все, как это два хвостика, мам, у дедушки. Григорий здесь насобирал яблок. На земле нападали, в общем. Я пока тут помыла кастрюльку эту большую. Сейчас сюда их буду нарезать и варить вот этот, как я его называю, сельповский компот из яблок. В общем, нужно порезать яблоки. Всякие такие вот не ликвид, где можно обрезать, подойдут любые. Так что начинаем. Все яблоки нарезаны. Сейчас залить воды их до полной кастрюльки и, в общем, закипят и выключать. Так, сына будет чистить морковку, вернее, уже начал чистить, чтобы это мы ее заморозили. Всякую такую корявенькую, грязненькую, потом все помоем. Да, сына? Так это тоже нужно ей. Так, яблоки закипели и теперь хорошо прям так. И теперь будут остывать прям вот. Ну, с яблоками вместе в кастрюле, и потом я яблоки вытяну, все вот эти, сам компотик, эту водичку еще раз перекипячу и буду закатывать по банкам. Ура! Здесь не потечет, сейчас яблоки немножко осядут. Что это за мальчик развалился? Ты где был, мальчик? Там. Что ты там делал? Повинь. На машинке катался? Да. Сам? Антошки нету, да? А ты на бабушку в голову? На улицу? А там мне вена. С тобой пойдем? Вена. Сильно? А не, ты... на качели сейчас жарко, сына. Сейчас же жарко. Сейчас сколько? 12 часов? А Фонька сегодня спать в обед не будет. Расскажи, ты уже поспал? Да. А почему мама тебя поругала, расскажи. Работать. Ты не хотел работать? Да. Мама сказала, кидай морковочку в мешочек, да? Ага. А ты что сказал? Работать. Сказал, не хочу работать, да? Ага. Мама сказала, ну тогда иди ляжь на свою кровать и лежи, да? Лапу. Да, а ты лежал и заснул, да? Да. А пол. И проснулся? А пол. На пол? Ага, пол. Пошел? Да, обега пол. Да, и ко мне потом пришел? Да. Да. А где было? Я тут была, компотик вон с яблочек же сварила. Расскажи, кто к нам приезжал? Вова. Вова сегодня, да. Вова сегодня день рождения, да? Ага. Он нам что привез? Торт. Тортик, я его в холодильник убрала. Ты будешь кушать тортик? Тогда а. Надо руки пойти помыть и умыться, хорошо? А. Такой вот творожный тортик Вованчик нам привез с розочками. Это у нас Павел и Мари, это мушастовское производство. Вот тортик, сынок, иди. Ты помыл руки? Да. Я сейчас буду готовить кушать. Значит, делала я курочку здесь у меня. Вот, это хребет, два кусочка, из него будем варить бульон. Из вот этих вот кусочков можно или макароны с мясом, или кашу с мясом, или просто сделать мясо с подливой, в общем, все что угодно. И вот две части это филе, ну, то есть куриная грудка на филе разделанная. Из них сделаю рубленые котлетки или отбивные, кто как это все называет. Так, бульон варится, в общем, я нарезала здесь курицу, куриную грудку. Мама, кубиками. Да здесь еще ничего не понятно. Морковку решила потереть сюда. Крахмал, два яйца, соль, перец. И сейчас еще немножечко муки добавлю. Все это будет стоять в холодильнике. Так, что это такое? В общем, эти вот куриные котлетки или отбивные, в общем, рубленые. Не знаю, хотите как хотите, так и назовите. Если у вас есть прям четкий рецепт, то делайте по нему. Если нет, то вот делайте как я. Здесь у меня курица, морковка, соль, перец. Немножко крахмала, два яйца и немножко муки. Можно добавить сметану или майонез, у меня этого нет, поэтому будет вот так вот все. Ставить в холодильнике
Позже немножечко пожарю. Будет снег, а у кого еще будет снег? А нас прямо будет. И у нас будет снег. Да. А ты что, уже снега хочешь? Да. Во, холодно же, сына. Мне холодно. Не холодно? Снег. Снег хочешь? Да. Ну ты вообще, сынок. Все хотят на море, а ты хочешь что, снег? Ты хочешь на море снег? Да. Большой-большой снег? Да. Ты что, у тебя батут? Да. Так, здесь у меня обжаренные вот эти вот ножки-дорожки с луком, с морковкой и, ну, всякие там соль, перец, воды уже добавила. И сейчас сюда же добавлю гречку. Буду все в мультиварке готовить. Так, у нас уже 5 часов. Я ложилась спать и спала в обед, в общем, с Афонькой. И сижу не с Гришкой. Так, сделала я морковку на зиму вот этим же вот найсером, хердайсером, как я на него говорю. Две морковки оставила, сейчас буду борщ варить. А вот это все вот эти вот морковные такие вот палочки отправятся в морозилку. Так, ну что, бульончик. В общем, картофель я уже здесь нарезала. Я обычно такими вот палочками режу. А, смотрите, какой бульончик красивый, желтенький. Мясо достаем, бульон процеживаем. Все равно, несмотря на то, что я снимала пенку, процеживаю его сюда. И варим картошку, и, в общем, борщ собираем. Здесь у меня яйца уже для зеленого-то борщика со щавлем. Я еще стала варить борщ, представляете, забыла, что у меня нет ни томата, ни томатного, ни томатной пасты, поэтому буду просто резанные помидорки добавлять в борщик. Да-да-да, не прошло и полгода, целый день варила борщ, представляете, 7 вечера уже. Капец. А что тут происходит? Смотри, еще чуть-чуть можно. Да, вот так вот. Оу, неплохо сейчас. Не, вот тот желтенький, он может и вот так, и так, и... Ой, я сорвала. И вот так. И вот так даже может. Белковель. Да, Фоня теперь в душе сейчас обмоется быстренько, да? Да. Ты там купался, да, на улице? Да. Ну, купайся теперь в душе, тихонок. А потом туда пойду. Потом туда пойдешь? Да. Чего? Где деда? Дедушка уехал же. Ты? Ты с дедушкой? А дедушка уже уехал с бабушкой. Где? Ну, домой поехал. За рулем? Ну, потом за рулем и ты поедешь. Ты кушаешь? Кушай. Ну что, у нас 9 часов. Настроения вообще нет, когда кого-то нет дома. Если детей, то у меня вообще нет настроения. И вот Антохи нет, и у меня все, я бы не знаю, что сейчас спала и спала. Да? Антош, Антон у деда Лени? Да. А, Фонька? А ты дома, да? Да. Да, потом поедем за Антохой забирать его, да? Да. И ты поедешь? Да. Да. Будем там на море покупаемся чуть-чуть, да? Да. Угу. А мы все же не смотрели этот. Я тебя не буду снимать. Большой этот. Большой, в общем, большой фильм. Большие люди смотрели большой фильм, это называется. Я, кстати, оставлю ссылку на него, а то мы даже не могли найти это в нормальном качестве. Вообще еще его нет. Ну да, здесь было прям хорошее качество. И... А я тебя не снимаю. Так думай.
Вот, и, в общем, интересный фильм. Я, если честно, думала, что он вот уже закончился, а там еще полчаса. В общем, интересно было посмотреть. И если вы не смотрели, то смотрите. А если смотрели, то напишите, что как вам. Танцевали ли вы балет после этого? Сильвупле. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.